Один из крупнейших производителей электронных приборов для оборонной отрасли и народного потребления времен СССР снова в строю. Завод «Искра» возрожден. Новое современное предприятие неустанно развивается и модернизируется. На протяжении нескольких лет завод активно переоснащает самым высокотехнологичным оборудованием. Все для того, чтобы делать только качественную продукцию. В настоящее время на предприятии выполняются две большие работы по техническому вооружению. Первое – это реконструкция и техническое вооружение цеха по производству кристаллов или, как принято, чипов. Это основной наш производственный цех, который получит новые площади. Особое внимание на заводе уделяют микроклимату. Во всех цехах обязательно создается система вентиляции. Помещения светлые и просторные, и все для комфортной работы сотрудников. Ремонтируют сегодня и фасад «Искры». Это воодушевляет, естественно, когда свежий ремонт, все чисто, красиво, уютно. Хочется сюда идти. Напомним, что 10 лет назад ульяновский завод, практически развалившийся после тяжелых 90-х, под свое крыло взял концерн «Алмаз-Антей». Это и стало толчком к развитию. Сегодня «Искра» отвечает за целый пласт в сфере воздушно-космической обороны. Это и позволило открыть новые рабочие места, новые производства, которых на «Искре» никогда не было. Завод «Искра» исторически это полупроводниковое производство. И то, что мы сейчас делаем в оборонке, это мы делаем современные микросборки, микромодули. С большой долей ответственности могу сказать, что технологии производства и сами приборы сегодня практически мирового уровня. С модернизацией завода «Искра» уходит и целая эпоха. Герб СССР, например, который украшал здание около 40 лет, уже сняли. По словам специалистов, совсем скоро его заменит новый символ – герб Российской Федерации. Завод обретает новую жизнь. Хочется надеяться, что она будет лучше прежней. Любовь Фомичева, Денис Миронов. Вести, Ульяновск.